Всем привет, с вами Zero Point. Продолжаем с того же момента, где мы закончили предыдущую серию. Мы прошли дрифт, который я не умею проходить. И сейчас у нас остались... Ну вот, как вы видите, я не умею дрифтить. Вот, у нас осталось погони. И они почему-то снизу... Вот как туда попасть? Вот. Машину для погонь покупать, по-моему, не нужно, потому что у Джесс она есть. И это хорошо, потому что я не хочу эти опять 74 тысячи слить. Неужели я в плюс уйду с этих миссий? Я не могу вот поверить. Конечно, за кадром потом пройду немножечко дрифт, еще попрохожу, чтобы деньги заработать. Потому что, ну, 74 тысячи это вообще мало. Да, у нее есть S5 спортбэк. Дрифт на 300 метров. Да, я смогу, я думаю. 4200 на дороге не валяются. Так, она у нас работает таким водителем. Я твой водитель. Меня зовут Миллер. Рамирес. Очень приятно, Рамирес. Теперь, когда разобрались... Сможешь оторваться со мной от копов? Мне заплатили за подбор и высадку. Насчет погони не договаривались. Насчет этого мы решим. Ты поезжай. Как скажешь. Иди нахрен отсюда. Вы чё прикалываетесь? Ты чё? Ты охренел? Кого берем? Не возьмешь. Адам 13, иди нахер. Что? Могу вдвое. Я вот здесь остановлюсь. Нет, ладно, ладно, трое. Ты только гони. Внимание всем машинам. На дороге полосы с шипами. Берегитесь шипов. Какие нахер шипы? Да какие, блядь? Объект направляется на север, в сторону Баррио. Ничто не сразу... Ну, это мне нравится больше, чем дрифт. Да тебе это нравится? Так ведь? Я думал, ты профессионал. Хочешь за руль? Нет? Ну, вот и я так думаю. Моя машина разбита. Не разби... Это хуёво, да? Надеюсь, там есть подушка безопасности. Принято. Что делать в такой ситуации? Что мне в такой ситуации делать? Как выехать из этой канализационной, блядь? Сука. Это, конечно, все классно, но может я не буду, блядь, прыгать здесь? Может я вылезу уже отсюда? Нет? Ясно, принято. Ты его сбила, Миллер? Да что за хрень? Проезд будет ограничен. Спасибо. А, чё ты, блядь? Время-то вообще хватит мне? Едет на север, в сторону Бумбеля. Принято, объект направляется на... Не надо их разбивать, потому что не время дают дополнительно. Да в смысле, тут другой уже, или ты отрегенился? Время подогнали мне быстро. О. Маньячка! Спасибо! Притирай его, притирай его. А 13 побываем из погони, машине конец. Ясно. Что, блять, Адам, это тетка? Внимание всем экипажам, мы ставим тяжелый барьер. Эй, успокойся! Понял вас. Не знаю, что она в тебе нашла. Ты адреналиновый торчок. Не знаю, кто это. Она. Серьезно? Мне платят. Остальное не важно. Кто ей платит? Да иди отсюда, блядь! Я тебя достану. Можно замедли... Черт возьми.
Можно вопрос? Они что, в мою машину на ходу прыгнули? Блять. Как, блять, задержан, скажи? Я что, виноват, что они мне в канализацию скинули? Я бы доехал. Ну зашибись, теперь меньше уже денег. Иди сюда, быстрее. Погнали. Ты кто такая? Я твой водитель. Меня зовут Миллер. Рамирес. Очень приятно, Рамирес. Теперь, когда разобрались... Почему ты не договорил, а? Теперь, когда разобрались... Сможешь оторваться? Только теперь попробуйте меня вскинуть в канализацию. Я вас, блядь, уебу всех. Насчет этого мы решим. Пидорасы, блядь. Ну не блокируй меня, сука! Не блокируй, блядь, им третью снес. Внимание всем машинам. Блядь. Адам один, блядь, преследует. Нихуя себе тут Адама расплодили, блядь. На дорогу положили шипы. Пошел отсюда, блядь, Адам. Берегите шипов. Где Адам второй, клонированный который? Как они заебали меня подрезать? Это просто пиздец, как они меня заебали. Внимание, у нас на дороге шипы. Ничто не сравнится с кайфом от погони, да? Да тебе это нравится? Так ведь? Я думал, ты профессионал. Хочешь за руль? Нет? Вот и я так думаю. Ты его сбила, Миллер? Вот опять ты меня чуть не скинул, скотина ты позорная. Пошел на... Вот понял, блять. Нехуй мне мешать. А ну, вали. Ясно, поняла. Еще раз кто-то мне помешает, так же полетит. Хочешь улететь отсюда? Развернулся он, блядь, такой крутой. Поняла. Всем машинам. Ну, уебался, уебался. Че мне его показывать-то? Пошел он в жопу. То, что они таранят, блядь, чужие машины, нахуй, и свои чинят, блядь. Не знаю, что она тебе нашла. Ты адреналиновый торчок. Не знаю, кто это. Она. Серьезно? О, на 40 секунд больше, чем в тот раз. Я эти 40 секунд потратил на то, чтобы из канализации выбраться. Поняла, Римка, на 1.30. Да задолбали. Пошел отсюда. Надеюсь, там есть подруга. Смотрела бы и смотрела. Смотрела бы и смотрела. Говорит А-13, нам нужен эвакуатор, мы встали. Опять Адам, да сколько можно Адаму-то одного? Мне это нравится, это лучше, чем дрифт определенно. Хотя бы экшон есть. Тогда весь экшон создавался моим ором. Я не вижу его. Внимание машинам, визуальный контакт с объектом утерян. Объект направлял... Пока, сосунки. Нитроускорение. О! Их больше нет? А, слава богу. Можешь отвезти меня в свое убежище?
или еще платить надо? Это я сделаю бесплатно. Давно ты этим занимаешься? С 19-го дня рождения. Вот так день рождения. Ну а то. А чего за тобой копы-то гонятся? Дом раскрыл мое прикрытие и меня сдал. Ты был в доме под прикрытием? Тебе точно надо поговорить с моим боссом. А как ты вообще занялась таким делом? Когда исполнилось 19, угнала полицейскую тачку покататься. О, и все? За мной потом гнались 20 машин. Хороший способ вылететь из академии. Нормально. Ты была полицейским? Ага, бунтарство нашло. Неудивительно, что ты сумасшедший. Сказал человек, предавший дом. Это другое дело. Чё? О, бля. Твоя остановка. Отлично. Было весело. Сколько? Ранерусу есть, что про тебя сказать. И не только плохое. А, так ты мой таинственный благодетель. Я могу дать тебе шанс проявить себя. Что скажешь? Полагаю, у Маркуса Уира была причина свести нас вместе. Посмотрим. Отправляю информацию. Чудесно, блин. Опять эти развязки вонючие. Да, это я смогу. Кто такая? Ты кто? Так, вечеринка! Погнали! Мисс, вы машиной ошиблись. Не ошиблась, Джессика Миллер. Гони быстрее, времени мало. Это как всегда. Какая нахрен вечеринка? Ты тупая? Надо стряхнуть их с хвоста. Договорились. Кого? Ну тут одни, ты чё? Что ты там пила? Подруга. Кто за нами гонится, можешь сказать? Просто я никого Почему не вижу. Почему такая спешка? Что случилось? Мои подружки думают, что я пудрю носик в уборной. А я выскользнула, захватив мобилу у лейтенанта. Снова дом. Они сейчас повсюду. Намечается крупное дело. Все на ушах с тех пор, как колонну ограбили. Кисунь, ты как, лапа моя? Ага, скоро буду. Все, давай, радость моя. Кто это был? Твоя подруга? Упаси боже, терпеть не могу эту овцу. Хоть в чем-то польза от раскрытия прикрытия. Что происходит? Мы неплохо справляемся, Миллер. Продолжай в том же духе. Где ты училась водить, девочка? Чё ты орёшь на меня, девочка? Ты вообще себя видел, руку свою зататуированную, блядь? Гонки лишь одна сторона. Ей что-то ещё, поплывёт она у тебя через 10 лет. Ты про него в том числе. Быстро гоняешь. Можно я буду тебе звонить, чтобы подбросила в аэропорт? Нет. Да куда ты, Финик? Давай не будем, а? Мне не очень радует то, что у меня времени мало. Хорошо справилась, Миллер. Ну ты красотка, Миллер. Ох.
90 тысяч. У меня никогда столько не было, по-моему. Скорость. Хорошо. Хорошо! Вообще крутая карта. Не все ж так просто, да? Держись, подруга! А. Опять что-то на время. Сколько? Надеюсь, не 200? 190, ну, нормально. Что? Похоже, твое задание с конвоем для Уира прошло удачно. Скоро у меня будет еще одна работа для тебя, Миллер. До свидания. Да что ж ты. Эй, Джек, как там работа? Сплошь и рядом какие-то долбанные тайны. Знать бы о чем и к чему это все. Что, серьезно? Круто. Может, тебе отказаться? Опасно как-то. Не, интереснее, чем грабителей возить. Буду работать. К тому же, платят здорово. Так, какая на этот раз интересная ставка? Сегодня поработаешь курьером. Нужно доставить мне кое-какие вещи. Проверь свой GPS. Надеюсь, не продукты для тебя забирать. А ставка где? А, вот. Прыжок? А где я совершу? Много остановок. Куда заехать сначала? Мне без разницы. Главное, поторопись. Есть что-нибудь для меня? Почему время здесь? Нет, не очень нравится. Первая остановка. О, прыжок. Что это? Какая-то аудиозапись? Нет, посмотрим, прыжок. На гонке прошлой ночью мы сорвали куш. Это должно успокоить людей, которые разнервничались из-за Тайлера Моргана. Хорошо. Давно пора нам расшириться. Что говорят другие банды? По-моему, Клин Навар, кстати. Хорошая сегодня погода, да? Да не молчат, может ничего не говорить им. Неплохо, Джесс. Ой, ой-ой-ой. Тихо, тихо. А время столько же остается, или оно с каждой этой новой? Вот смотри, 35 секунд. Сейчас какое будет время? Да, давай уже. Сейчас будет другое? А, просто как добавилось. Держать, то есть на все можно сказать единое время. Просто не добавляется, скажем, точку. Простите, сэр. Босс никого не принимает. Не гони, ладно? Я поеду. Меня ждет коллекционер. Мог и метку поставить, на самом деле. Что, Рамирес? Планы изменились. С ним важный человек. Важный человек? Кто? Вип из-за границы. Извините, это все, что я знаю. А вы, ребята, неразговорчивые, да? Да, ты только поняла. Все, это последнее. Сто десять ровно. И еще денежки. Почему так мало? Могли побольше сделать ставочку. Ну какой прыжок? Ну чё, серьезно? Нет. А за сколько продать можно? 6400. Нет, не хочу.
ты записи забрала? Забрала. Хорошо. Срочно встречаемся. Надо послушать последнюю запись, прежде чем отдать ее. Это точно был он? Я видела, как горит его гараж. Я думала, ему хватит ума все понять. Точно он. Морган победил девчонку из ночной смены один на один. Его друг МакАлистер тоже зарабатывает репутацию. МакАлистер снова в деле? Черт возьми! Морган собирает команду для гонки. Я точно знаю. Что будем делать? Я тебе сообщу. Надо сохранить, чтобы ребят потом подбадривать. Да, Лина Наварро что-то, блядь, разозлилась. По-моему, те, кто меня долбил раньше. Вот, в смысле, машину мою. Сколько пришлось столкнуть в кювет, чтобы их достать? Ни одного. Редкий облом. Увидимся, Миллер. Сколько? Сколько надо? Миллер, ты хорошо. Ой, бля, в пизду, не хочу. Нет. Я не буду карты покупать, не хочу, не. Единственный вопрос, который имеет значение. Хочешь ли ты разрушить дом? И еще одно дело. Потом встретимся. Высылаю инфу. Не хватает рейтинга, и ладно. Прыгаем. Нет. Прыжок с той стороны. Что-нибудь за метка? Да убери метку. Как убрать метку, а? Вонючие инкассаторы. Опять он? Отвези меня. Что, опять? Без вас никуда, да? А чё, он не... А он машину не узнал, да, я так понял? Он опять удивился, что это Джессика сидит, да. Куда едем? VIP-терминал Рифта. И... Знаю. Побыстрее. Ждёшь неприятностей? Она вызвала тебя. Ну, давай, езжай, чё ты. Боишься? Много машин. Ой. Я изучал происхождение машины, которую угнала твоя команда. Судя по всему, я наткнулся на что-то важное. Да что-то с домом связано, но... Это Рамирес, я еду в аэропорт. Рамирес, а. Новембер проинструктирует вас в самолет. Можете, пожалуйста, меня и пустить, а? Миллер, пустить. Жизнь Рамиреса в твоих руках. Не подведи. Даже стараться не надо. Это ж те, с которым мы общались только что, вот это на Чарджи. Ой, на Чарджи. Хелкет. На Чарджи, Хелкет. Да задолбал! Не знаю. Билет дадут в аэропорту. Надеюсь, полетишь куда-то. Почему он не убивается? С моей-то удачей, скорее в Швецию. У него ХП не отнимается, Времени нет. Уже скоро. Приготовься. Я готов. Времени нету, ублюдки. Эй, Миша, да что ж так? Я буду в городе, может... Даже не начинай. П-
просто, вот как? Еще одно врезание, я бы все. Отлично. Сначала бандиты дома, теперь еще копы. Жить стало. Ладно, веселее. Копов проще убить. Опять Адам, да ты за... Как же ты задолбал меня, Адам. Просто ты себе не представляешь, как ты меня заебал. Открыть свободные машины? Удачного ремонта! А ставка была, кстати? Я не помню. Уйди! Не мешайся! Объект направляется на север. Лейксайд Драйв. Эй, успокойся! Ну, конечно, да. Диспетчер заслоны его замедлили. Объект направляется на запад. Выходи за драйв. Принято. Объект направляется на запад. Полосы драйв. Внимание всем машинам. Мы положили по ходу движения полосы шипами. Мы положили хуй на погоню, надо было сказать. Линкольн 1.30. Что у вас есть по машине нарушителя? Направляйся на запад через Барио. Кто тебя задамажил? Ясно, поняла. Я Адам 1.6, мы выбыли в спокойствие. А как здесь, простите? Я, может, что-то не понимаю? Миллер. Ты насчет выпить не ответил. А, здесь? Не ответил. Миллер, слушай. Технология в том Кёнигсеге. Она принадлежит оборонному подрядчику из Восточной Азии. Тут все серьезнее, чем в Фортуне Вэлли. Я не из тех, кто бежит от проблем. Я слишком люблю из них выбираться. Знаю. Работай, Миллер. Говорит на 13, мы следуем за объектом. Будем ведущим экипажем. Принято. Адам 1.35, что у вас есть по машине нарушителя? Направляется на запад по магистрали I-34 Эмбервелли. Пока! Не, ну вот это вообще легко было. Минута в запасе, это да. Ставки не было. 120 тысяч. Нормально. Ускорение, так. Блять. На тебя до сих пор не надели наручники? Впечатляет. Может, скажешь мне это лично? Да, пора. Какую-нибудь детальку надо купить все-таки. Блин, тут на херня не детальки. Ого. И тут, по-моему, можно... Нельзя? Я думал, можно продавать как бы. Ну ладно, нельзя так нельзя. А, потому что у меня машина-то почти стоковая.
Да короче, 191, нормально. Не будешь же деньги просирать. И так в плюс ушел, и еще деньги просирать. Не-не-не. Не хочу, не буду. Если вы не ищете гонок после заката, то вы не гонщик. Мне нравится название этой погони, которая сейчас будет. Босс. Какой нахрен босс? Мы тетку будем подвозить, что ли? Которая с нами это разговаривает? Ладно, хорошо. Рамирес раскрыл свою легенду, чтобы ты могла попасть в список. Пора этим воспользоваться. Подожди, я даже не знаю твоего имени. Зови меня Брокер. А ты скрытная. Сделай для меня еще одно дело. Потом решишь, можно ли мне верить. Если вы... Ставочку можно сделать? Ставку! Все понятно. Ставка отменяется. Хотя, возможно, она будет, когда доберусь до точки. Надень, прежде чем прибудешь на место. Сквозь это они точно ничего не увидят. Давай. Рамирес тебе устроил идеальную легенду. Люди не найдут того, что они ищут, Миллер. Поверь мне. Ты новый водитель. Где ты? Скоро буду. Слушай, что бы ты там ни делала, веди себя тихо и без глупостей. Ясно? Чтобы я до глупости? Ну вот куда мне навигатор вел? Зачем там кольцо вот это вот проходить? Ставочка есть. Правда, платят 2800. Это очень мало. Что? Это нормально? Наварра. Да, машина как раз прибыла. Ты, мне некогда тратить время. Гони. Я сейчас не понял. Какого хуя ты сюда пришла? Куда? Нахер пошла отсюда из машины, блядь. Из машины выходим. Мы встречались? Не, я бы запомнила. Ты держать язык за зубами умеешь? Хорошо. Так она же Джессику знает же вроде. Что? Она же ее знает. В самом начале игры все собирались вместе. Связной в пустыне. Она знает, что это значит. Следующая остановка. Поехали. Им всем заплатили. Как насчет тебя? С ним разобрались. Можно ехать. Хорошо. Займись там. Сделаю. Сука. Успею вообще? О, офицер, блядь. Все, дальше. Дальше. Что такая важная, я не понимаю. Офицер Пончик. Офицер Пончик, блядь. Правда, Морган и его командование еще не поймали. Они их поймают. Не поймают. Им помощь нужна. Что там у нас со скайкамером? Блять, я не успеваю. Офицер Пончик. Я надеюсь, Лига 73. Я же побеждал. Метку поставь. Гони. Сдолбался им, гони, реально. Опасное сближение надо сделать срочно. Я займусь улицами. Я займусь тем, чем...
надо. Не пытайся мной командовать. Конечно. Прошу прощения. Сука, блядь, быстрее! Насчет улиц, я все сделаю. Не подведи меня, Лина. X6. Отдавай приказ. Запускаем Скайхаммер. Кого ты там запускаешь-то? А это все. Кстати, спасибо. Пожалуйста, наконец-то это сказала. То есть гони, да гони. Я догоню. Скорость хорошая должна быть. О! Вообще крутяк. Все, последняя остановка, потом ты свободна. Эй, насчет водителя. Где говоришь, ты ее нашел? Не помню. А что? Я ее знаю. Она уличный гонщик? Не думаю. Это профессионал. Тихая, ездит быстро. Редкое сочетание. Это так. Пусть будет в списке. Хорошо водишь. Еще увидимся. Обязательно. Это я не знаю для чего. Для бездорожья, наверное, опять-таки. Сейчас бы свою собственную машину открывать. М2. Не знаю для чего. М3. Е46. Из Most Wanted, да. Все, да. Ребята, Навара что-то задумала. Ну, разумеется. Я не знаю, что это, но за этим охотятся копы. И она упомянула какой-то Скайхаммер. За сколько же ниточек она дергает? Неважно, нас она не остановит. А? Так, реликвии мы обязательно с вами найдем, но будь по потом. Городу, пока она подкупала своих прихвостней. Ну, девичьи дела. Ты что? Вы там это, будьте начеку, ладно? Потом поговорим. Фишечку нашел. Миллер. О, слава богу, ты взяла трубку. Мне нужна твоя помощь. Джимми? Нет, не сейчас. И вообще, я тебе давно не по карману. Прошу, это вопрос жизни и смерти. Ладно, высылай координаты. Ты меня делаешь интересно. Никаких координат. Сменить машину, да? Что? Гонка? Бездорожье? Погоня? Джесс? Тай? Ребят, вы что тут делаете? Я за Джимми приехала. Мой давний клиент. Локатрина хотела реванш. Мне звонила девушка из Лиги 73. Подстава. Навара. Все-таки Навара нас раскусил. И Джессику в том числе. И так быстро еще. Хонда громче всех орёт. Они все это время ждали нас. Мы с ними справимся. Разделяй пластвую. Знаете, как это делается? Так точно. Принято. Я на 35 выследую машину. Возможно, нужно объект направлять на запад. Эй! Какого чёрта? Мак, что происходит? Подожди. Да почему ты не можешь без забор перепрыгнуть? Почему забор, если не подбил? Полиция вообще нихуя сделать не может. Я пошутил.
Сектор. Черт, за мной вертушка летит, она мне мешает ехать. Не надо нахуй. Не-не-не-не-не. Нет, сука, не свети на меня, блядь. Карта моя. Нет! Не заблокируешь меня, сука. Мне бампер треснул. Машина отказала. Вот мое решение. Нам надо выбраться из города. Копы взялись за нас серьезно. Ты права. Надо валить. Я еду по водосливу. Вертушки же хватит ума, меня не преследуют. Да? Воздух 7. Почему не преследуете машину? Ой, ой-ой-ой, что я делаю? Что происходит? Придется позвонить шефу полиции. Может, он направит квалифицированного специалиста? Нет, я справлюсь сам. Я так и думала. Навар! Ты правда так удивлен? Если она там тянет за ниточки, тогда дела совсем плохи. Блокирую уходящую машину. Не надо меня блокировать, сука. Очко свое заблокируй. Ты сможешь, сестренка. В сторону Барио. Я долго так не выдержу. Надо ехать в Джесс. Барио. Давай, давай. Уже скоро. Я иду. У меня чисто. Джесс? Смотрите и учитесь, мальчики. Ебать. Нихуя себе распидорасило. Пока. Все, теперь сможешь отдохнуть. Отдохнуть и отдышаться. Встретимся за городом. Берегите себя. Поздно уже беречься. Все. Просто сегодня будто вся полиция города. Ой, ой, не сюда. Преступники какие-то. Не задержитесь, дай проехать, а, пожалуйста. Как ты летишь с этой горящей херней? Как ты что, прикалываешься? Падай уже. Дом будет следить. Потеряете машину, сразу ищите другой город для жительства. Замедленно, он предался законы. Ясно, поняла. Боже, он сумасшедший. Дай угадать. Он полетел за тобой в переулок. Но он на меня не наведется. Объект направляется на север. Окулич-стрит. Принято. Машина направляется чё на север. Что натворят, а? Что вы творите, а? Вы где, ребята? Еду на юг. Я тоже. Новый план. Встречаемся на 620-м. Оно строится, там много оборудования. Устроим хаос и перекроем пути отхода. Погнали. Направляется на запад. Подрезывай северок. Принято. Объект направляется на запад. Попробуем жесткий. Жесткий подход. Ну а нахуй. На! Рока на хвосте! А у меня другая половина. А у меня вертушка. Готовы повеселиться? О, столько превьюшек я могу наделать. Пропустите. Вообще. Тихо, той закиси нет, может ничего. Я понимаю. Бьемся как одна команда. Если проиграем, проиграем вместе. Но нет, мы выберемся. Иди в жопу, блокиратор. Скоро будет тоннель. Уйду из поля зрения вертолета. Потом оторвемся в пустыню. Не теряйте их. Не то пожалеете. Как мы устроим тут? Атом 1-13. Держу машину, подозреваем по водоприцеле. Свободные машины. И я тебя достану. Он не заебался с этой горящей херней летать. На другую сторону. С собой блокируйте, если придется. Так. Что сейчас будет? Хочешь играть?
Пиздец. Так, ребята, уходим отсюда. Скайхаммер. О, фигня, не хочу. Вот это прикольно. Не хочу. Вот это прикольно. М3С-92. На следующее утро. Рад видеть, что ты жив и здоров, Тай. Относительно. У них есть какой-то типа дрон Скайхаммер. Может мгновенно заглушить у машины движок. Его им дала Навара. Скайхаммер, говоришь? Ты про это знаешь? Возможно. Чтобы точно сказать, надо увидеть устройство. Украсть образец технологии у дома, пока все копы ищут нас в даунтауне. Это все? Тай. А, ты еще не в тюрьме, отлично. Давай встретимся. В центр ехать не могу, слишком опасно, на хвосте много копов. Думаешь, я не знаю? Отправляю координаты, там точка за городом. Ты ведь едешь, да? Как будто у меня еще есть варианты. Это так, а вот у меня есть, так что давай побыстрее. Ладно, продолжим, наверное, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока, друзья.